Каждый год на этот берег Миуса приходят и местные жители, и почетные гости, участники тех сражений. Им уже за 90, но память зовет. 18 ранений, 2 осколка так и остались в теле, но он все выдержал и снова приехал сюда из неблизкого для него Волгограда. Кровь была, вода в крови, кровавая вся, люди гибли. Он на высоте, а мы внизу, как на ладони, и он простреливал. Прорывались под шквальным огнем солдаты, матросы. Память о тех событиях подчеркивала каждое театрализованное действие на Миусском берегу. И как тогда, в короткий промежуток между боями, соблюдали сегодня ритуал. 100 боевых граммов прямо из сказки и каша из походной кухни. Вы опять в строю. Вы сегодня опять идете, побеждая каждый день своей жизнью, чтобы быть рядом с нами. Живите долго. 70 мирных лет, 70 памятных венков и 70 залпов победы. Татьяна Бочарова, Станислав Фоменко. Главные новости.